Привет всем, кто смотрит нас. Это OPO Construction, американская строительная компания, где я работаю. И сегодня я вам хочу показать наш объект, где мы работаем. Пойдем внутрь, я покажу целый дом и что мы там делаем. Это плиткорез с водичкой. Этот пол мы ложили, этот паркет. Эту плитку мы тоже делали. Это мозаика. Плитка итальянская. Она немножко такая неровная. Это такой стиль. Можете увидеть. Это другая ванна, которую мы делали. Здесь немножко другая мозаика. Та же самая плитка, итальянская. Есть такие полочки стеклянные. Это искусственный камень. Отрезан на 45 градусов здесь. Приклеен. Да, и здесь еще поставим мы стеклянные двери вот здесь. И здесь. Это большая душевая. Теплый пол здесь. В всех ваннах теплый пол. Это Schluter System. Здесь будет слайдинг дор, такие двери на роликах будут ездить. А теперь пошли на второй этаж. Так, и еще одна ванная комната. Здесь мы ложили плитку. Вот это такая мозаика. Она очень приятная на ощупь. Но, к сожалению, мы не делали здесь плитку на стенах. Хозяин кого-то другого нанял. Немножко он здесь натупил, если честно. Вот. Первое, что он
плохо сделал, он не заделал здесь щель тем болотом, который делаешь швы. И здесь тоже. А вверху он там, он отрезал неправильно, и такая щель. Другая очень большая проблема. Здесь всегда будет вода, потому что такая ступенька, нету стека, не сделал он стек. Здесь тоже. Здесь мыло для мыла, и здесь всегда будет вода. Это очень плохо. Плюс, посмотрите, как я работаю здесь неровные. Тоже здесь, как он сделал, затирал швы, здесь там тоненькая линия, а вот здесь такая колбаса. Плюс здесь тоже щель, он не заделал. Короче, плоховато он сделал. А еще одна тоже. Вот он начал эту стену делать, да, и как бы по закону профессиональных плиточников, если ты здесь начал, да, ты должен продолжать. Вот, например, здесь, да, он сделал кусочек, и ты должен продолжить кусочек. Но здесь как бы этот кусочек не очень похож на продолжение этого куска. Вот. Ну, немного натупил. Такая халтура. А, и еще тоже. Здесь это хорошо, а здесь оба. И такая неурядица, да? И некрасиво. Нужно было просто здесь остановиться, или вот здесь остановиться, и везде сделать так. А он натупил. Ну, поделаешь. И работники. Здесь тоже будет регулятор теплого пола. Вот это. Штуковина. Шлюдер систем. Да. А ну что, мы делаем мы плитку в кухне. Плитку делаем вот здесь. Будем плитку делать здесь. По-английски называется это backsplash на кухне. Так, я вас сегодня познакомлю с нашим еще одним рабочим. Say, привет, брат. Привет, брат. That's good. Это Сапати. Он самоан. Все знают эту скалу, да? Он в этом снимался в Форсаже. Он, короче, с тех же островов, где этот мужик. Вот, короче, он с нами работает. Здоровый пацан, хороший, он смешной очень. Мы почти заканчиваем уже эту стену. Вот он мажет плитку. Зачем мы это делаем? Для того, чтобы лучше цепляло к стене. Мы сперва делаем вот здесь тоненький слой болота, а потом уже на плитку. И цепляем. Как
Лазер нам в помощь. Короче, сегодня мы не закончили эту стенку. Вот. Потому что кто-то не умеет пользоваться рулеткой. Видите? Недостаточно плитки. Вот. Ну так, в принципе, я думаю, хорошо у нас получилось. Как хорошо мы обрезали здесь. Вот. И я думаю, выглядит хорошо. Да. Ну, придется нам вернуться сюда, вон там закончить и вон там. Вот. И, конечно, вот здесь. Но бывает такое. А вот там уже затока с океана. Можно уже увидеть водичку. Зеленая она что-то сегодня. Хороший видок с этого домика будет. Конечно, нужно будет немножко прорубить деревья. Вот. Но я не знаю, конечно, можно ли это делать здесь. Потому что здесь много таких законов, которые запрещают рубить деревья возле воды.